4 ноября в Доме традиции открылась выставка Ласмы Шембелы и Дарты Сташана «Когда ниточка встретилась с бусинкой», на которой были представлены уникальные предметы плетения из бисера и народные головные уборы. Открытие выставки прошло в дружеской атмосфере с соблюдением всех эпидемиологических норм. К сожалению, одна из мастериц, Дарта Сташана, не смогла участвовать на открытии выставки, однако ее коллега по увлечению, Ласма, не только рассказала о том, что именно вдохновило ее на творчество, но и дала небольшой экскурс в этнографию рукодельных изделий. Она признала, что стимулом для создания напульсников оказались ярмарки. В свою очередь идею народных корон она подсмотрела у известной латвийской фолк-группы Tautumeitas. Однажды я посетила одну ярмарку в Литве, где, кстати, традицию создания напульсников вспомнили и стали популяризировать раньше, чем в Латвии. Когда я подошла к одному из столов с работами хорошего мастера, у меня по телу буквально пробежали мурашки. Это были потрясающие вещи. После я вернулась домой, стала интересоваться, начала пробовать вязать и плести, и вот занимаюсь этим уже 12 лет. С венцами или коронами была очень похожая ситуация. Несколько лет назад, посещая парк Лузнавы, я увидела девушек, идущих мне навстречу. И у них на головах были необычные, очень красивые украшения. Потом я узнала, что это латвийская группа Tautumeitas, которая позже стала очень популярной. Это был один из их первых концертов. Я подумала, это же настоящие короны, я тоже хочу сделать что-то подобное. Вот так это все дошло и до выставки. Посмотреть коллекцию рукоделия можно будет до 30 ноября, в рабочее время Дома традиций, со вторника по субботу с 11 до 18.00. Посещение выставки без бесплатно. Деятельность творческих мастерских Дома традиций, однако, возобновится только после улучшения ситуации с коронавирусом. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.